Оператор Катя, я вас слушаю. Здравствуйте. Нам говорите адрес. У вас с расчетами все в порядке. Спасибо за звоночек. До свидания. Только за последний месяц операторы колл-центра приняли более 40 тысяч звонков абонентов. Ежедневно мы принимаем от 2 до 5 тысяч только одних звонков. Цифра итоговая за месяц, которую можно уже называть, это было более 41 тысячи звонков и где-то, наверное, 1008 показаний по водомерам. Теперь для удобства абонентов, позвонив в колл-центр, можно заказать также те услуги, которые раньше предоставлялись лишь в абонотделах. Все заявки вносятся в специальную программу. Им присваивается номер, по которому всегда можно уточнить ход решения вопроса. Мы уже внедрили работу нашего центра для всех абонентов филиала «Инфоводоканал» в круглосуточном режиме. Работаем каждый день и готовы обслужить любого нашего абонента уже по всему спектру вопросов. Будь это аварийная ситуация, будь это начисление, будь это показания водомера, либо услуг заказ тех же самых поверки водомера, услуг заказ получения справок определенного плана от водосбыта. Телефоны здесь не умолкают ни на минуту. С расширением перечня услуг, предоставляемых населению, количество обращений в колл-центр увеличилось в разы. Как следствие, для соединения с оператором абонентам иногда приходится ждать на линии. В такой ситуации на помощь может прийти личный кабинет официального сайта предприятия infoxvod.com.ua. Не обязательно, я же говорю, звонить в колл-центр по ряду моментов, если у наших абонентов есть доступ к интернету. Я сам зачастую пользуюсь сайтом для решения как задач по начислениям, как внесения показаний. И, наверное, самая будет приятная функция для наших абонентов – это возможность оплаты через сайт с учетом механизма того, что вы зашли в свой личный кабинет. При этом механизм регистрации абонентов на сайте максимально упрощен, а оплата происходит без процентов и комиссий. Достаточно внести свой лицевой счет, который вы можете узнать со счета «Инфоводоканал». Далее вставляются реквизиты адреса, там, фамилия, имя, отчество. Это как бы дополнительные параметры безопасности, которые сторонний человек узнать не может. Для удобства потребителей в ближайшее время абонент сможет звонить в колл-центр на номера своего мобильного оператора, а также будет введена возможность заказать обратный звонок. Также на предприятии готовится к еще одному нововведению – установке платежных терминалов, рассказывает Александр Самбур. Через платежные терминалы вы можете заплатить на месте за все услуги, предоставленные филиалом «Инфоводоканал», от основных до дополнительных. Причем это можно будет сделать в большинстве наших структурных подразделений, от управления водосбыт, абонентские отделы, до управления по контролю за промышленным водопользованием. Все новшества позволяют еще повысить качество обслуживания потребителей и сэкономить личное время одесситам.